Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас хорошая погода. Всем привет. Здравствуйте, края. Привет, привет. С утра встали, уже было сколько? 30-31. Да. Сейчас уже побольше, наверное. А днем вообще обещают 36. Обычно больше бывает. Сиденье, присаживайтесь. Поехали на море. Сахарная свекла. Хорошая. Прям вот так хорошо взошла, да? Да. Дожди тут видно были. Приморская Ахтарск 48. Здесь вот тротуарную плитку делают. Заправочка. Укроп был. Это уже пшеница. Друзья, здесь подсолнух такой, уже некоторые зацветают. У нас такого нет. Вот такой мощный. Здесь дожди были потом. Наверное. Вот пшеница.
Татарск. А затем поверните налево на Кубанскую улицу. Друзья, уже подъезжаем к морю. Да, вот там в конце улицы море уже видно. Уже видно. О, морюшка! Через 200 метров поверните налево на Братскую улицу. Поверните налево. Вот и море впереди. Через 200 метров поверните направо на Октябрьскую улицу. Паркуемся, друзья. Тут каштаны небольшие, но все равно тенечек. А потом будет тень? Ну, вряд ли. Угу. Вон там уже набережная. Все, идем на море купаться. Мы на море. Если мы чуть-чуть протяженные, то вон у тебя еще. Подступали в полном все. Все, набережную сделали. Здравствуйте, здесь ремонт шел, да? Да. Устанавливали это все вот. Купаются. Ну, гляди, затеняющие такие, да? Нормально, навесики сделали. А мы пойдем куда? Вон переодевалочка, мне надо переодевалочку. Товары для отдыхающих, как обычно. Как бог, что такая рыба только памятник, да? А раньше была не памятник. Вот такие в бочках. Икра. Усы такие, да, у нее? Усики. Какая это рыба-то, как она называется? Белуга, наверное. Осетр. Наверное. Вот и корабль. Ну, люди купаются, конечно, но очень немного народу, да?
Ну-ка, на неделе, сегодня среда. Ну, все сундучи только начинаются. Ну, да. Море еще только начало прогреваться. Тут где-то мороженое продают. Потом сходим. А где эта девушка-то с чемоданом? Посадите, здесь так удобно для детей сделано, огорожено бойками. Да, вот здесь бойками. Неглубоко. И спокойно можно ребенка оставить. Все ограничено, да. Угу. Спускаемся к морю. Переодевалочка. Сейчас зайду, посмотрю, как там чисто. Я всегда на каждом пляже. Да, чисто. Крючочек есть. Нормально. Вот так досточками сделано. Хорошо, удобно. Здесь можно сполоснуться. Ну вот, Марина открывает уже сезон. Теплая. Теплая вода? Ага, очень теплая. Парное молоко. Тут далеко отмель идет, видимо, да? А? Отмель далеко идет. Вон там люди ходят даже. Сейчас я это выйду. Кафе. Здесь можно покататься. Какой драконище. Сколько стоит? На драконе мы спросили 600 рублей, на таблетке 700. Жилеты у них здесь висят спасательные. Пришли ноги помыть. Прокушать. Друзья, поднимаемся мы. Лестница. И видим, нас ожидает карета. Вот лошади. Настоящие, да? Ветер будет задувать. Я забыла микрофон сегодня. Собирались, торопились. Лошадки. Карета. Здорово. Вот такие лошадки прокатят по набережной. Давай сюда. Какой я тебе извозчик? А кто ты такой? Я не извозчик. А кто? Я водитель кобылы. Звенему и как прежде поджидаем седока.
Марина решила прокатиться. Тут горячо, друзья. Солнце накалило, да? Тут и скамеечки здесь вот в виде лодки. О, друзья, кто это? Не знаю. Кто это такой? Кто это? О. Ой. Такой хвост. О. Из чего это? Ой, проволока. Хвостик. Ну, здоровый. Туалет. 25 рублей. Я считаю, для курорта это недорого. У нас в станице 20 рублей. Туалет. Вот такой. Завлекает. Кирпичики всякие. Оборудуют пляж, ребята. Я не знаю, как он называется, этот пляж. Это вот. Где девушка с чемоданом? А, вот там написано. Где девушка с чемоданом? И где надувные батуты для этих? Бунгало новые. Все новое. Лежаки новые. Все еще вот в пленке. Песок завезли. Песок белый, да? Светлый. Поток отдыхающих, когда пойдет, а все будет там уже там экран, сделано. Столовую сейчас надо зайти. А то времени уже много. Кафе, да. Покушать. Вот такие тут лавочки интересные, мы их уже показывали. А, качели, там качели. А, качели в воде. О, я хочу, мы сейчас пойдем туда на качели. Или сначала в кафе. Классно. Вон качели. Здесь камешки вроде бы, да? Не знаю. В прошлом году мы заходили, но было такое не очень. Нет, камни были. Может, они с краю только. А, вот некоторые распустились. Единичные, да? Станица у нас вроде четкая, да? Да. Липа. У, рыбак с рыбой. Рыбу продает. Почем рыбка? Ну лови вон что-то с сетями тут. Идет сети. Дедушка. Нормально. Лаванда. 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 Бабочки на лаванде. Сними.
Друзья, мы отдохнули. И едем домой. Накупались хорошо. Морюшка вон там.